Здесь тогда 3-3-3-3-3-3. Ну, только этот. Тут 2-2-3 слева. Вот. Теперь 3-3. Ну, вот тут как раз либо такая, либо такая, либо такая. От какой из этих? Допустим, я вот эту поставлю. Это будет 3-3. А сюда будет 1-1. Не катит. Ну, в смысле, катит, но не факт. В общем, любая из этих, все будет зависеть от вот этой. Тогда ставим вот так. Вроде логично. Теперь тут, наверное, вот это. Тут, наверное, вот это. Здесь вот такая. Вроде работает, но я не мастер. Посмотрим. Докладываю, капитан. Следуя вашим указаниям, я отключил щит. К сожалению, утечка в моем трансформаторе сильно усложнила кооперацию. Что? Из-за механической неполадки щит внезапно перестал функционировать. Перепад напряжения повредил геотермальный двигатель, а затем остановил его. Возникшие волны и землетрясения уничтожили Наутилус. Наутилус затонул. Как ты уцелел? Я находился на базе, когда затонуло судно, капитан. Я не смог попасть на свое место и вышел в надежде на новые указания. Ты видел, как упал вертолет? Мне не знакомо слово «вертолет». Летающая машина, прибывшая за мной, была подбита. Ты знаешь, кто стрелял в нее? Уж не ты ли? Нет, капитан. Летающая машина была сбита вулканической бомбой. Бомба? Камень, выброшенный извержением, начавшимся из-за остановки двигателя. Выбросы и толчки будут продолжаться до полного, неизбежного, окончательного уничтожения острова, если не запустить двигатель. И где этот двигатель? Изучите эту карту. Так, поперечный разрез таинственного острова с новейшими поправками. Документ получен от одного из роботов Немо. Так, наведите курсор на числа на карте, чтобы увидеть текст. Так, пещера, соединенная с морем, обломки Наутилуса,
Геотермальный двигатель машины ЗАЛ связан с обителью X, куда можно попасть через Северную бухту. Это озеро. Это затопленный гранитный дворец. Эту пещеру обжили Сайрес Смит и другие колонисты. Они пробили в ней двери и окна с видом на пляж. Вышедшая из берегов озера затопила пещеру, превратив отверстие в водопад. Так, это что? Это то, что мы в кармане погибшего летчика нашли. Скажи мне, как туда попасть? По карте ничего не ясно. Кратчайший путь проходит под озером. Но у меня нет водолазного костюма. Он остался в гранитном дворце. О нет, только не микросхема. Робот, скорее скажи мне, есть ли другой путь? В утёсе на северном плато найдите проход на высоте 340 футов к бухте и пройдите через обитель к геотермальному двигателю. Вот полная карта. Что это, карта? Абсолютно черный лист. У него принтер сломался. Высота 340 футов. Проход к бухте. На этот раз он точно перегорел. Что же мне делать? Неужели остров и впрямь взорвется? Может быть, робот ошибся? Похоже, он прав. Надо скорее найти и запустить этот двигатель. Лучше бы сначала проверить, куда упала бомба. Наверное, в северной части равнины, около пугала. Где вообще север тут? Где тут север? Вот он. Вулканическая бомба. Так вот что сбило вертолет. Я осмотрю остров как следует и найду геотермальный двигатель. Конечно, я могла бы разжечь огромный костер и ждать, пока меня найдут. Но что, если остров взорвется? Нет уж, я не могу сидеть и ничего не делать. Слишком далеко. Я не могу ходить в грязи. Рана на ноге может воспалиться. Постарайся пройти на ту сторону, Юб. Осторожнее, не упади в грязь.